Базиным из Тольятти представляют Самарскую область на этом турнире. Присутствовали на открытых прокатах в этом году, но вот на этапе Кубка России, на этапе Гран-при, на Гран-при России выступить им не довелось. Потому что была очень тяжелая у нее травма. Очень тяжелая травма. Начинают. Красиво закончили таким полутормозом. На второй уровень пока оценивается технической бригадой. Их очень интересный произвольный танец. Аве Марию катают эти спортсмены. У них и короткий танец хороший. Очень хороший элемент. Поддержка прекрасная. Ну, Милок, держись! Что ж с тризлами-то сегодня? Я считаю, что молодцом. Отличное после настроение создают. Настроение. Счастливы, что вышли обратно. Любят танцы. Поздравляю тренера. Олег Судаков работает. Да, Олег Судаков работает вообще много лет. И сами понимаете, как и в Москве, и в Питере работает.